У меня 17-й хайс, и сегодня у нас будет трайд игра, называется вроде бы Pixel Force. Вот так называется эта игра. И такая вот прикольная, и вот я вот, кстати, раньше в нее играл, и я вот постоянно хотел найти эту игру, не мог никак найти, вот. И наконец-таки нашел. Оказывается, было нужно просто написать пиксельные игры. Да, вот. Очень прикольная игра. Так, поехали. Так, вот там что-то еще есть. Офигеть. Так, ладно. Тут, короче, нужно увернуться от ударов. Ну, такая вот сложненькая игра, на самом деле, потому что эта игра прям хардковая, реально. Видите, нужно вот... Вот как прям ниндзя. Ай. Вот. Да, короче, такая вот игра вот сложненькая, на самом деле. Я не знаю, до какого уровня доходил. Я до какого-то уровня доходил. И вот никак не мог пройти. Потом удалил игру. Сейчас опять же захотелось. Ну что, может быть, это было 2 года назад, может, я еще был глупый еще. Так, опа. Отлично. На тебе, на тебе. Вот, а кстати, лестницы вот помогают. Опа. Так, ну, нужно осторожно. Выйти вот так, опа. Блин. Ух ты, нифига себе. Так, отходите. О, опасно. Блин, опасно, конечно, да. Так, а ну уходи отсюда. Все, ушел. Блин, не туда стрельнул. Хотя бы хорошо, что здесь патронов много. Есть? Есть, отлично. Вот так-то надо проходить. Так. Ух, ё-моё. Блин. Что за дичь? Дичь. Блин. Да ё-моё, как от них увернуться? Блин. Да блин, как от них тут? Так, на. А, господи, это... Полная карта, я не помню, как тут играть. Не, ну я помню, конечно, как играть. Ну блин, я не помню, как я раньше мог это все на изи проходить, я не знаю. Я вот помню, что, может быть, увернуться надо было. О, вот это хороший удар. Удар в сердце. Я, конечно, хотел бы сегодня снять влог, но не получилось, потому что не разрешают. Опа. И что сидим, что... Кого ждем? Тут ты заколебал. Так, я сейчас выключаю мультики. Так. Ну, быстро кушай. Так. Раз. И сюда. Два. Отлично. А то что еще? Что? Это что еще такое? Какого хрена? Да блин. Блин, страшно, страшно. Вот. Тут, кстати, нужно это взорвать, кстати, да. Так, надо отойти, а то... Во, отлично. Level complete. Или как там говорится. Да, только одна звездочка, конечно. Ну, ничего страшного, так тоже нормально. Так. Так, продолжаем. Я вот одного уже убил. Блин, что? Вы что, издеваетесь, что ли? Так, отлично. А, да, они же кидают гранаты. Вот почему они в меня не стреляют. Они же кидают гранаты. Ах ты! А, уйди отсюда! Уйди! Блин.
Так, отлично. Опа! Бум! Блин, да что это все так опасное? Так, отлично. На тебе, все, стрельнули. Собрали сердечко. Итак, дальше у нас это... Так, осторожно, осторожно. А, блин! Чё я наделал? Так, хватит меня бомбить. Не, я понимаю, что, у тебя бомбить. Ну, нас-то зачем бомбить? Так, на. Да, я помню такую тактику, я вот так делал. Блин, да что, ты издеваешься, что ли? Так, тихо, тихо, тихо. Да, господи, тихо. Ха-ха. Он сдох, что ли, да? Какого хрена не сдох? Ну, сдохни, пожалуйста. А тут нужно еще убегать от врагов, потому что реально такая хардкорная игра. Вот сами поиграйте. Это вам тут... А не Бравл Старс. Ну, кстати, у меня скоро выйдет моя собственная игра. Это знаете какая? Знаете, как она называется? Это, наверное, будет где-то так в субботу, да. Это будет называться Майнстарс. То есть это Майнкрафт и Бравл Старс в одном. Вообще, это будет прикольно, мне кажется. Вот, но это, конечно, не блогиан, конечно, Бравл Старса. Это просто как пародия, если что. А чё, прикольно. Так. Так, блин. Так, ух, отлично. Е, 500 рублей мы заработали. А патронов еще много. Ох ты! Блин, ух, этот хардкор, а. Блин, что тут творится такое, а? На тебе. Да. Вот это, конечно, игрушка, конечно. Напишите в комментариях, кто играл в эту игру. Если кто-то играл в эту игру, то поймут, каково это. На. Так, может, я играю, самое интересное, за лысого с очками крутого чувака. Сразу видно, игра для крутых. И для хардкорщиков-задротов. Так. Здорово. Здорово, пацаны. Э, почему я не двигаюсь? Все. Есть. Так, а что, я прошел, что ли? А, нет. Так, что-то у нас такое. О. Как это там, как эта вещь была, которая была похожа на покемон. Ну, то есть на покемон Боу. Или как там, Гоу, блин, короче. Так. Сейчас сниму видео и буду кушать. А, давайте бомбой. А, да, вот у нас есть бомба. Ай-яй-яй! На! Сейчас! Меня зовут Есть. Так, сейчас. Давайте закончим на этом видео. Сейчас. Так, где вот она у нас, кто у нас тут есть? Блин, кто тут у нас остался еще? Офигеть. А ну-ка дайте мне хлеб. Потому что дедушка Ждун очень любит хлеб. Потому что у нас будет анимация... Да, у нас будет анимация Ждун и его семья. Ладно, давайте мы на этом закончим. С вами был Хайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока-пока.